Друзья, всем привет! Меня зовут Таня, и вы на моем канале о вязании. В этом видео я хочу представить вам свое новое описание на вот такой вот замечательный топ. Топ вяжется достаточно быстро, основной узор здесь сетка, она совсем не сложная, но очень эффектная, как вы можете это видеть. Такой топ можно надеть на майку, на купальник, на топик. Топ идеален для жаркого лета, так как он очень легкий, сетчатый, легко проветриваемый. Но также подойдет и для других сезонов, так как его можно надеть, допустим, на рубашку или под рубашку на ваше усмотрение. Также он отлично сочетается и с брюками, и с джинсами, и с шортами, и с юбкой. Я вязала из пряжи Plastart Maldiva. Все параметры этой пряжи вы сейчас видите на экране. У меня это вот такой вот бежевый цвет. Он такой красивый, глубокий, в то же самое время такой пастельный. При этом одновременно, мне кажется, он такой достаточно нейтральный, в нейтральной бежевой палитре, что позволяет ему хорошо сочетаться с разными вещами из моего гардероба. Но, конечно, топ может быть любого цвета, это зависит только от вас. Это летняя пряжа, здесь хлопок и лен. Вы можете взять такую пряжу, можете подобрать любой аналог, который примерно соответствует по метражу и толщине. Можете взять бобинную пряжу. Но так как топ больше ориентирован на лето, я советую вам брать легкую пряжу, то есть летнюю пряжу, хлопок, лен, что-то вот такое. Расход здесь совсем небольшой. Мой топ на мой размер, на обхват груди 95 сантиметров, весит всего 130 граммов. То есть моточной пряжи мне понадобилось всего 3 мотка, да? Ну, с учетом образца, с учетом каких-то кончиков, ну, 3 мотка, 150 граммов. Разумеется, понадобятся спицы. У меня это были спицы 4 мм на леске 40 сантиметров, но здесь не так важна длина лески, поскольку идет поворотное вязание. То есть в целом можно взять 60 и 80, это не важно. Именно круговые спицы понадобятся только при обработке горловины. Я также использовала спицы 4 мм, то есть весь топ вяжется на спицах одного размера. Но спицы нужно подобрать самостоятельно так, чтобы попасть в заданную плотность. То есть, возможно, это будет немного больше, возможно, это будет немного меньше. Хочу также показать вам работы тестовой группы. Сейчас вы видите их на экране. Получилось очень здорово. Как вы видите, разные цвета, разная пряжа. Одна из участниц вязала топ из шелка, например. У всех получилось очень здорово. Мне очень нравятся результаты. Если вы хотите в следующий раз участвовать в тестовой группе, то подписывайтесь на мой Инстаграм и следите за новостями там. На этот топ у меня есть подробное текстовое описание, и к нему прилагается подробный видеоурок, в котором показаны все-все-все моменты, в котором они очень подробно все проговариваются, показываются, и также в текстовом файле все подробно описано под разные размеры, как вязать. То есть тут достаточно большая размерная сетка. Также, если вы не попадаете в плотность, то приведены все расчеты, которые вы можете сделать самостоятельно по аналогии с моими расчетами. Данный мастер-класс платный. Сразу скажу, что на моем канале будут иногда выходить и бесплатные мастер-классы. Приобрести мастер-класс на вот этот топ вы можете у меня на сайте. Ссылку вы видите сейчас на экране, и также она есть в описании к этому видео. Первые 3 дня с выхода мастер-класса, то есть вот в эти вот дни, которые сейчас написаны на экране, будет действовать скидка. Поэтому успевайте обязательно приобретать мастер-класс, если вы хотите приобрести его со скидкой. Мне очень нравится данный топ. Я сама его уже много-много ношу. То есть даже перед тем, как снять этот ролик, я его уже достаточно много носила. У меня жаркое лето, и этот топ отличен на такое жаркое лето. Я надеваю под него топик и хожу мне легко, хорошо, потому что ветер обдувает мое тело и ничего ему не мешает. На этом у меня сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Не забывайте про скидку, которая действует 3 дня. Вяжите с удовольствием, носите с удовольствием, и до скорых встреч!